такой клубочек ниток, если из них все пошел, весь мир станет пугой. А у меня есть червячок, который может ползать везде, везде. По лицу, по глазам, по ушами, под писей. И под попой, и под зубом. Егор, не переходи границы. И будет щекотать весь мир. Генрих? А у меня есть такой мячик, если я хоть один раз поиграю, и его всего лишь бросил. Ты окажешься в воде, то погибнешь. А если ты в самолет сядешь и сломаешь, ты станешь самолетом тоже. А у меня есть такой фонарь, когда его включишь, сразу станешь лепешкой жареной и превратишься в пиццу. А если ты нажмешь на свой нос, у тебя нос станет три носа. Генрих, отвечай. А у меня есть такая лампочка, или ее куда прикрутишь, или включишь ее. Весь мир станет фотоаппаратом. Хай меня. И будет пукать. Никогда не писать. Я писала, я убегала. Эй, границы не переходим, друзья мои. А знаешь, что у меня есть? У меня есть одна радиоград. Если ты вас будешь наушники одевать, и будет гудеть, как машина у тебя уши. Генрих? А у меня есть такой листочек бумаги. Его сегодня... Ты хочешь делать картинку, вот так обрежешь, он весь мир превратит в маленькую крошку хлеба. А если ты оденешь вот эту футболку, ты станешь черным при черным. И дома тоже будут черные. И луна черная. И солнце черное. И самолеты черные. Ну что-нибудь позитивное, Егор. Герман, Генрих, что-нибудь позитивное скажи, пожалуйста. А у меня есть такой самолет, или в нем хоть немножко взлетишь. И разгонится человек, и будешь эти поняли наездить. Он может улететь в пустыню. Очень позитивно, спасибо, друзья мои.